Дорогие друзья, вы на канале Джонни Папи, а мы продолжаем с вами играть в игру Control. Но перед тем, как смотреть, не забудьте поставить, пожалуйста, лайк, написать комментарий, а еще и поделиться этим видео с кем-нибудь, сделать репост. Это будет просто круто. Не, ребят, серьезно. Ну, ёшкин-матрёшкин. Ну, давайте же поднажмем. В общем, что у нас здесь происходит? В предыдущей серии мы все-таки пришли к месту заточения Дилана, но, к сожалению, его не оказалось. Его не оказалось, он взял просто и убежал. Представляете, убежал. И прибежал он к Эмили Поуп, то есть конференц-зал. Вот у нас новое задание поговорить с Эмили. Но перед тем, как поговорить, знаете, что надо сделать? Надо сделать, прокачать способность. У меня открылась новая способность. Дело в том, что... Я вот не знаю, что сделать-то. Она мне открылась в предыдущей серии, вот, левитация, да? Плюс 10% продолжительности левитации. Но что-то мне вот прям неохота ее качать, честно скажу. Давайте я все-таки сделаю упор и уклон на здоровье. Прокачаю максимум здоровья. Так, вот, максимум здоровья. И, оп, отлично. Интер. Ага, все, мы потратили. Так, а давайте сделаем, чтобы еще был... И курсор виден, и будет тогда просто великолепно. Все, теперь курсор виден. Вот это у нас плюс 10 к силе щита способность, но я ее не юзаю, я щит не использую, потому что, ну, я считаю, мне он как бы не нужен. Я проще сделаю так, по стороночкам, попрыгаю в разные стороны, и все, как говорится. Все будет чики-пуки, зашибись. Ладно, а вот этот вот ряд еще я пока, к сожалению, еще не дошел. Ну, видимо, скоро дойду до него. Так, что еще хотел? А, контрамеры совета. Так, покин. Это пускай висит пока. А, и еще, ребят, кстати, да, я что-то в предыдущей катке бегал, у меня, оказывается, звука-то и не было. Забыл тут нажать кнопочки. А еще... У нас тут красный есть, абсолютный. Так. И ти-ти-ти-ти-ти. А, новое оружие у меня, осколки. То есть нет, вращение, вот оно. Вращение, да? Вот оно, вращение. Но в нем нужно поменять мод. Я вчера тоже на видео как заметил, что... А я ж не то-то включил. У меня, во-первых, есть четвертый уровень мода. Он дает темп огня плюс 37%, а этот стоимость боеприпасов при левитации. В принципе, комбинация неплохая. Мы берем... Вот этот мод ставим, да? Ставим мод, включаем... Что, вращение? Нет, это у нас не то. Вот, вращение, да? Вращение. И делаем левитацию, да, вот так? Типа летаем и... Можем стрелять сколько влезет, как говорится. Потому что стоя больше расходуется боеприпасов. Ну, это да ладно, это можно потом что-нибудь... Переделать, передумать. Хорошо, я тут опять начал болтовню слишком большого вступления, скажем так. И давайте все-таки, наверное, вот это уберем. Вот эту штуку уберем. Вот эту, кстати, давайте разобьем. Эй, ты что выбрал? Давайте, я говорю, разобьем. Какая кнопочка разбить? Так, нубские, скажем, моды уберем. А вернем сюда, знаете что? Вот это вот. Темп огня 37, пускай будет висит, чем, которая у нас была вот эту. Желтенький пока оставим, я, может быть, что-нибудь передумаю. Передумаю, будет у нас что-нибудь другое. А вот у осколков... Ух ты, еще дело в том, что вот этот мод, левитация боеприпаса, она снаряжается на любую пушку. Во, это очень здорово. Вот это можно тоже продать. А нам нафиг не надо. Синенькие, зелененькие, беленькие. У нас как бы моды уже идут 4 и 5 уровня. Вот, короче, как-то так. Это у нас что такое? Отдача минус 18. Ну, она, в принципе, не нужна. Все. Ну, в принципе, мы снарядились, чем могли. И отправляемся куда? Правильно? В конференц-зал. Конференц-зал выяснить, что же там случилось-то с нашим Диланом. Дилан. С нашим братюшкой. Он Эмили Поп сказала, слушай, ну-ка быстрее сюда. Тут у нас, короче, он... Проблемки возникли. Он пришел сюда. И Поп сказал, что он... Так, Поп сказал, что... Он-то зараженный сами. Но что-то с ним, короче, не то. Он заражен, но не так, как другие. Он... Вот этот вот... Пара естественной... Я даже не знаю, как это объяснить.
Это мне это все нравится, вот это вся вот в игре, вот прям обалденно. Но я не могу. Я хотел перемотать, пока она грузится. Ну давайте чуть-чуть поболтаем, поболтаем. Сюжет здесь, да, замысловатый. Я уже говорил то, что будет известно в конце вообще этой игры, зачем мы пришли в это бюро, что мы тут хотим и что нам нужно. Якобы мы пришли за Диланом, но тут оказывается ужас, что творится. Узнаем мы, конечно, в конце игры. Так, а где у нас конференц-зал? А, вот он. Ботрум. Теперь будем читать и успевать титры. Субтитры. Дилан? Так, Поп, ты здесь? О. Резонанс из случаемых рук чисто... Ну, как Дарлинг его создал? Так, она там с кем-то бормотает, разговаривает. Так, это что такое? Хронология событий заберем. И заберем тут документ у нас. Какой? Анализ речи. Довольно-таки неплохо. Она вообще понимает, что у меня сейчас есть левитация. Я могу швырять предметы. У меня есть вот такой... А, тут я не могу использовать. У меня есть щит. Ну ладно. Где мой брат-то? Неужели это не сон? Через столько лет я нашла Дилана. Это она про себя говорит. Но, может, слишком поздно? А как он? Я должна это узнать. Совершенно очевидно, что он под воздействием Исами, но при этом отличается от остальных проявлений, которые нигде мы не встречали. Возможно, все дело в ваших генах. Он когда-то был кандидатом наук, а может быть, это Полярис? Или еще что-то, о чем мы не знаем? Мне нужно провести ряд тестов. Похоже, он в большой степени контролирует себя. В большей степени контролирует себя. Я хочу увидеть его. Мой брат. Но так ли это? Конечно, Маршал установил для него камеры, рук защиту на верхнем этаже, вверх по лестнице. Хорошо, мне пройти. Осторожно, Джесси. Осторожно. Поговорить с Диланом на верхнем этаже. Да. На верхнем этаже. Так, а где у нас лифт? Лифт. Или можно сделать ТП. Может быть, есть лестница. А, у нас есть лестница. Все правильно. Ага, тут у нас еще есть... Начальник охраны ходит. Мы, наверное, к нему не пойдем. Мы все-таки пойдем, наверное, поговорим с братишкой. Мы же его давно не видели. Давно соскучились. И узнать, что же с ним происходит. Так, это офис директора? Ну, бывший директор. Ну, как бы, директор. Понимаете, тот, кто сюда случайно забрел. Я объясняю. Начало какое? Мы входим в это бюро, в здание. Тишина, никого нет. Заходим в кабинет. Видим, там лежит... Чувак, мы, скажем так, не в хорошем состоянии, мы берем у него ствол, и теперь все считают нас кем? Директором! Офигенно! Ну, правильно добрел, да? Пришел. Оуч. Дилан? Он что-то говорит странное. Он что-то говорит, непонятно. Она как будто понимает? О, чувак, тебе явно что-то, с тобой что-то явно не то. И ты, наверное, кем-то поглощен? Гены, родственные гены. О чем она? Ну, давайте, пробуем. Дилан, пожалуйста, очнись. О май гад. Это Дилан. Ты меня слышишь? Ну же, Дилан. Я здесь. Я нашла тебя. Ты знаешь, кто я? Ты знаешь меня. Скажи же. Ты сестра Дилана Фейдена? Он говорит о себе в третьем лице. Всегда хороший знак. Ты знаешь, кто ты? Не Дилан. Тренч и Дарлинг сделали все для этого. Я И-6. И-6.
Но теперь мне лучше. Иссы сделали меня лучше. Продави поверхность и дотянись внутрь. Ты всегда был новым собой. Ты хочешь, чтобы... Прекрати, пожалуйста, пожалуйста. Я не так представлял нашу встречу. Мне нравится говорить это. Я хочу произносить эти слова. Они благозвучны. Мне от них хорошо. А ты разве не хочешь тоже? Нет. Нет, нет, твою мать, нет. Ты должна помочь мне вытащить эту хрень из его головы. Если хоть что-то осталось от личности Дилана, ты должна помочь мне. Ты. Вы. Вы! Ты пришел сюда через проход, и ты всегда был там, единственный ребенок. Копия, 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 копия. Перестань. Апельсиновая корка. Черт, черт. Он видит. Это небезопасно. Мы нашли Полярис вместе с сестрой, когда были еще совсем детьми. Там, в Ординариуме, в пустыне, через дверь, открытую диапротектором. Но когда Тринч забрал меня, она не помогла, она не наделила меня никакой силой. У меня лишь собственные силы. Она не помогла, когда меня заперли на долгие годы. И после песни «Время аплодисментов» мы строим тебя, пока не остановится ничего. Яйцо дает трещину, из-за тебя выходит правда. Из тебя. Ты есть дом. Вместе со мной Бюро захватило сюда. Идея протектор. И потом Бюро сделала то, что всегда делает. Использовала его. И они его нашли. Они открыли дверь для Исов. Это единственное, что я... За что им благодарен. Вот, вот оно, вот оно. Мы остановили альтернативное мировое событие в Ординариуме, когда отключили диапротектор. А теперь проектор тут. Ненавязчивый мотив, который никак не выходит из головы. Да, детка. Туц, 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 туц. Просто пластик. Он безопасный. Ни о чем не переживать. Ха. Забавно. Я сделал шаг навстречу Ису и впустил их, чтобы избавиться от нее. Исы освободили меня. Полярис использует тебя. Бюро использует тебя. Ты марионетка. Ты почти слышишь нас, но забываешь об этом. Если отключить диапротектор, возможно, есть шанс, что он остановится. Ты дал нам власть над собой. Может быть, для моего брата еще это не слишком поздно. Джесси, сестра, ты должна собственными глазами узреть правду. Ужасную правду о Бюро. Иссы — лучший выбор, который у нас есть. Сходи в программу по отбору идеального кандидата. У меня есть ключ-карта, чтобы пройти туда. Сальвадор хотел... Хотел? Чушь какая. Я видел, что Иссы превратили... сделали Сальвадором. Хорошо, Дилан. Я схожу. Я хочу увидеть правду своими глазами. Я пойду туда, но только для того, чтобы найти диапротектор. Ты поможешь мне. И покончим с этим. О май гад. В общем, что я хочу сказать? Надо открыть менюшку и прочитать, что нам делать дальше. Не, вообще, просто вот в этом, в Дилане сидит хренотень. И у нас сидит хренотень, скажем так. Где он тут? Джесси возвращается в центральный отдел, чтобы воссоединиться со своим братом. Измененный Исами, Дилан велит Джесси найти программу по отбору идеального кандидата в секторе содержания, чтобы узнать ужасную правду у Бюро. Джесси соглашается, но, правда говоря, планирует отправиться туда в поисках диапротектора, предмета силы, который, со слов Дилана, является причиной вторжения Исов. Вы не могли просто сказать, без вот этого всей вот голливудских эффектов?
Ну тогда что, мы отправляемся искать диапротектор? Где фильмы будем смотреть? Что же делать? Так. Зачем вообще? Я же говорю, вот... Явно здесь бюро, наверное, все-таки замешано. В любом случае. Не может же быть это все просто так, правильно? Узнаем. Сейчас мы, конечно, отправимся и посмотрим, что тут к чему. Так, быстрое перемещение. Нам надо. Так, служба безопасности. Где у нас? А, отдел логистики, наверное, самый ближайший, да? ТП, да, отдел логистики. В ней я сделаю ТП, тут обойдем. Ну, в принципе, должны попасть. Где вот вопросики висят? Так, ребят, вроде бы я дошел туда, куда мне надо. Надо открыть эту вот эту штуку, потому что я там заколебался бегать. Обходить. Что дадут? Ух ты, эффективность увертки нам дали. Еще там ресурсики. Так, куда мы двигаемся дальше? Ага, нам надо наверх. Привет, я такой же, как и вы. Ну, почти. Ага. Что это такое? Вот, программа по отбору идеального кандидата. Здравствуйте. Здесь никого нет. Можно проходить. О! Тут, блин, откуда ты взялся, блин, идиот? Какие-то челики. Четвертый уровень, но это еще более-менее. Хорошо, что четвертый. В общем, да, ребята, с настоящим директором мы общаемся вот с помощью вот таких вот голограмм, якобы где-то появляющихся из ниоткуда. Они появляются почему? Вернее, как они стали появляться? Мы просто нашли телефон красный. О, май гад. Вот, я сейчас вам покажу. Мы нашли... Телефон прямой связи, вот она, видите, типа тут разговаривает, точки контроля, нажимаешь, короче, и они тут, тут все, начинаются разговоры, показы, демонстрации. Так, ну ладно, погнали, раш. Чуть-чуть кусочек оторвем. Так. Иди сюда. Ух ты, у них еще баб, типа подхил есть. Видите, плюсик. Секретарша, это секретарша на... Вообще в щите ходит. Так. Да, они еще лупят тоже. Ауч! Кто-то ко мне очень близко подошел. Вот это я видел. Что подошла сюда? А? Я не знаю, к сожалению, что-то у меня технические неполадки. Вроде как... Ауч! Беги. Тебе надо что-нибудь подобрать и похилиться. Технические неполадки в том плане, то что... У нас столько много! Я не готов! О, почему тут все криво? Еще не готов, подождите. Надо... Вроде бы все захватывает. А, что-то лагается. О, ты кто у нас такой? Ау, ой-ой. Блин, ребята, это фейл. Чем это вращение, оно вообще ни к силу, ни к городу. Тут еще где-то шарик, видимо, он их рождает, что ли. Вот этот шарик, он плохой. Оу. Ёкарный папарапам. Снес мне столько хп.
Вот тот вот, который... Который со щитами. Вот этот зачем? Надо его в первую очередь. Оп. Бам. Бам-бам-бам. Отлично. Фу! Быстро хилится. Посмотрите, сколько хилок. Быстро. Так, надо, видимо, всех их перемочить, тогда эта дверь откроется. Блин, что, надеюсь, не будет сильно лагать на записи. Потому что, как бы, что-то совсем не то качество, которое хотелось бы. Ну ладно. Иди сюда. О, сразу одним ударом двоих. Вот, это уже другой поворот. Тут все кривое. Так, где протектор, да, говорите? Ну ладно, ладно, сейчас будем искать, где протектор. Убежище. Так. Удаленная мысль. Слушайте, тут можно потеряться. Тут все кривое. Что за нафиг? Тележка? Что такое? А, она будет бум-бум, да? Ну-ка. Нет, она не будет бум-бум. Bright Falls, дополнение. О, как-то слишком криво, вам не кажется? Удаленная мысль, материал. Прикольно. Ага, наверху здесь, наверное, больше ничего не надо, да? Правильно я так думаю? Ага, P6. Наверное, нам надо вон туда. А что там снизу, как дела у вас всех? Нормуль? Давайте полутаем, походим, посмотрим, может тут что есть такое прям... Важное, что... Что там так темно, что прям капец. Ничего не видно. Ну мы же пробежим быстренько, и все. Да? Да. Ладно. Оп. Своим хрупким движением постараемся ничего не сносить. Но, к сожалению, мы снесли все. Так, ну вот, пум-пум-пум. На P6, да, мы пришли. К сожалению, да, вращение я мог бы его не прокачивать, не тратить осколки. Отдача осколков. О, отдача осколков. Не-не-не. У меня вот тут мод стоит, плюс 68. Ну, плюс 68 урона к броне на вот этих осколках. Осколки тут якобы дробовик. Дробовик, типа. Дробовичок, обрез. Мне кажется, он, наверное, самый эффективный, чем отдача. Так, это паноптикум, это вход, выход. А, ну, тут вошли, там зашли, ладно. Закрытые двери, закрытый класс. О, а ты кто такой? Давайте посмотрим. Я не знаю. К чему-то отсылка? Ну где титры? ФБС. Вижу, ты огорчен, Мег. Почему ты не расскажешь дядюшке Бонсу, что не так? Я провалила экзамен по ясновидению. Нельзя сдать каждый экзамен, Мег. Видишь ли, у всех разные мозги. Бомбс. Некоторые мозги разговаривают друг с другом. Мы называем... ESP. ESP? Не перебивай! Что это за ужас? Некоторые мозги способны поднимать предметы. Как высоко отбитый мяч. Не перебивай! Господи. Кому какое дело до экзамена по ясновидению? Может, твой мозг способен бросать мячи? Разговаривать с мертвецами? Или ослеплять друзей?
мой хороший, когда мы узнаем, на что способны твои мозги, мы сможем дать тебе работу. И если у тебя нужны мозги, тебя усадят в большое кресло. Что-то как-то она маленькая слишком. А что, если я не захочу большое кресло, а? Ну что, если я не хочу большое кресло? Каждый хочет большое кресло, Мег! Вот почему мы все здесь. Используй мозги, чтобы сразу понимать услышанное. Иначе тебя ждет только кресло с ремнями. Офигенный мульт, только я не знаю, ребята. Куклам Джонни Паппета это никак не относится. И глаз то, что у него одет на глазу кукла, это никак не относится. Подробности о Брайт Фоллс. Кстати, надо прочитать, кто такой Брайт Фоллс. Потом, на досуге. Так что это не ко мне вопросы. Хотела бы я, чтобы события в Ординарии пошли другим путем. Но мечтами ничего не исправить. А вот найдя диапротектор можно. Кстати, а эта вот картинка на паузе поставлена именно где Дилан был заключен. О, Дарлинг. Ординариум. Как много собрано в этом одном единственном случае. Новый предмет силы, нечто невиданное ранее. Исходит из меня, что-то говорит. И мальчик. Дилан Фейден. Идеальный кандидат 6. И сестра тоже. Как только догоним ее. Но мальчик, такой огромный потенциал. Речь идет о показателях уровня Нортмура. И я не хочу ссылаться на его имя. Здесь совершенно иные обстоятельства. Потрясающе. Что? Имело место происшествие. Потерян ценный участник нашей команды. Ты можешь ошибиться? Чрезмерная сила. Но у Дилана ее так много. Но он еще ребенок. Вина моя. В смысле, ты что, батя наш? Он заслуживает снисхождения. Совсем еще мальчик. Он исключительный. И в состоянии сильного стресса Робертс был убит. Несчастный случай там. Несчастный случай, вот и все. Видимо, малыш. Маршал, надо понять это. У нас все получится. Короче, тут что-то они вообще, ребятки, попутали, да, я понимаю. В общем, как я понимаю, мы, Джесси Фейден и Дилан, обладаем какой-то вот сверхъестественной какой-то силой, чем-то таким особенным, что бюро нас специально, что и Дилан и говорил, бюро нас специально сюда позвало и позвало не в прямом смысле, а в косвенном, то есть как-то нас здесь, я не знаю, может быть здесь мы уже были, может мы что-то переигрываем, может какие-то события, которые мы, может быть, спим, в бреду находимся, но в любом случае Дилан является нашим братом и у него способности очень прям офигенные по сравнению с нами, и он чем-то обладает таким, что просто любой другой человек не может обладать. Ну а продолжение и поиски диапротектора мы уже продолжим в следующей серии. Вы были на канале Джонни Паппет. Не забывайте, ребята, подписываться. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео, делайте репост, вступайте в группу Discord. Всем пока-пока.